оно гораздо быстрее до мяча, чем вот это. Правильно? Соответственно, если вы привыкли приходить вот в таком тайминге, идет вот так, значит, вам нужно прийти пораньше, чтобы успеть сделать это и это. Да? Вам нужно еще руку вернуть сюда в два движения. Раз, два. И вы в том же месте должны коснуться мяча. Когда вы поздно приходите, вам придется либо просто поднимать мяч, либо если вы сделаете вот это движение, у вас мяч окажется здесь, в районе уже ниже локтя. Да, вы это понимаете, вам это не нужно делать. Раньше приходите, и если вы слишком рано пришли, у вас будет следующее. Да, то есть я полностью сделал движение, вернул руку, и слишком рано я был. И вот у меня все еще вот здесь вот мяч, да, я полностью сделал это движение. Я слишком рано пришел. И мы находим середину и попадаем, соответственно, в мяч.